Вот это, друзья, собирают вот здесь, которых медузы выбросило на берег. Люди вынесли. Идет два трактора, даже три. Ребята вон с вилами, с лопатами собирают эту гадость. Убирают мусор, чистят. И смотрите, море какое чистое. Сегодня 21 июля. Я вчера вечером снимал, показывал. Сколько было медуз. Ролик предыдущий, посмотрите. И что сейчас? И какая чистота сейчас? Вы хоть одну видите? О, собачка какая, красавица. Привет, привет, привет. Ох, и красивая. Охотничья, наверное. В общем, друзья, видели? И идут по всему побережью. Собирают мусор и собирают медуз. Убирают, вернее. Так что нет медуз больше. Вот сейчас люди проснутся, утром встанут, а медуз нет. Сейчас 5:30 утра. Вот такой здесь порядок навели пацаны. Молодцы. Вот это респект и уважуха. Никакого запаха и не осталось от медуз. Ну, все, кто смотрел, помните, да? Сколько здесь их было? Это было что-то с чем-то. Сейчас, давайте сейчас даже в воду зайду. Сейчас в воду зайду, смотрите. Вот я увидел. Вот одна. А зашел уже по колено. Вот кусочек какой-то второй. Вот еще кусочек лежит. Это не цельная медуза. Ну так, я вам скажу, это тоже не цельный вот кусочек. Ну вот, сравните прошлый ролик и посмотрите, что сейчас. Это побережье Урзуф. Как вам? Вот она какая переменчивая бывает ситуация. Вчера утром показывал, нет медуз. Ну так, не было практически. На вечер. Ну посмотрите ролик, если кто-то не видел. Что здесь творилось и в воде. Да и не только в воде. Вот, а на следующий день, сейчас 5:30 утра. Чистота и порядок. И бычок был, помните, сюда приплыл. Сейчас нету ни бычка, ни медузы. Ну вот, смотрите, хожу по побережью. Могу еще дальше пройти. И по всему побережью так. А трактора полностью убрали всех медуз, которые были вот здесь. На прибрежной полосе. Ну, в общем, как-то так. Класс? Ну, конечно, класс. Вон Мэри уже вышла. Люди бегают, спортом занимаются. Это отлично. Молодцы. Пойдемте посмотрим, что там. Мэри. Вот такое солнце. Обещали дождь на сегодня, не знаю. И на завтра вроде как обещали. Но если даже пойдет дождик, это будет хорошо. Потому что такая жара неимоверная. И возможно даже и медузы полностью уйдут. Если будет дождик. Вот она, Мэри. Там уже какой-то друг привязался к ней. Мариуш, привет. Что там у тебя за товарищ, Мэричка? Мы хорошая. Скачет на меня. Доброе утро. Доброе. Пришлось аж наверх подниматься с ней. Не давал проходу, просто прыгает и все, не слушается хозяин. Ну, Мэри такая красивая, почему за ней не попрыгать? Смотри, показываю. Какой контраст, да, со вчерашним вечером? Да, и сейчас вообще, вон, смотри, чистая море. Да я заходил. Ну, не, я нашел там две целых, по-моему, и такие ошметки, знаешь, куски. Это совсем не то. Ну, нет, медуз, смотрите. Я уже в море, там было, не знаем, как
как будет после обеда или вечера. Да, я же говорю, обстановка меняется. Вот я видео снял, где показал, что не, мало медуз. А мне столько написали в комментариях, зачем ты обманываешь, медуз много. Вечером в этот же день показал прошлый ролик. Медуз было? Неимоверно, да. Сейчас уже почистили пляж, три трактора идет, очень много рабочих. Все поубирали, уже чисто. 6 утра чистить пляж уже. Даже еще 6 нету, 5:30, да, да. И все, вышли гулять, вышли на прогулку, на променад. В общем, смотрите, друзья, абсолютно чистое море, абсолютно чистый пляж, Урзуф, 21 июля 2021 год. Ну вот я хотел вам это и показать. Так что, Свет, смотри, там опять бегит тот. Но он, может, сюда не дойдет. Он друг Мэрин бегает. Сильно уж Мэри понравилось. Вот тот охотничий. Ну вот, смотрите, я ж не придумываю. Я показываю правду. Если есть медузы, они есть. Если их не было, как мы приехали, их не было. Вчера появилось только что море как желе было. Вот так. А трактора идут. Человек, наверное, 30 ребят. И убирают. Идеально чистое море. И такой же пляж. Вот и все. Класс? Ну, конечно же. Люди уже выходят купаться. Не так массово, но поверьте, днем здесь будет такая, столько людей. Такое столпотворение. Ну, на то оно и море, на то оно и пляж. Всем места хватает. В Урзуфе пляжи широкие. Песчаные, то есть песчаные, песочные, или да, или правильно я говорю, песчаные, не ракушка. Вот такая фракция. Отличный пляж. Рано утром, Азовское море, Урзуф, медуз нет, бычка нет, чисто и хорошо, люди убирают. Сачок купил, а бычок не стоит. Да, Миша вчера сачок купил, бычок собирать. Хотели ловить. Да, а сачок так и не понадобился. Потому что нет бычка, нет рыбы. Вчера вот здесь я показывал, стояла, Света, вернее, снимала, стояла темная, бычок. А сейчас нет. Ну, в общем, вот это хотели показать вам. Да? Все? Ролики будут? Да, все на море. Друзья, прошло буквально, ну, начало 8-го, 7:30 сейчас. 2 часа даже еще не прошло. Смотрите, снова появляется. Ну, это такое дело. Вот как мне сказать, есть медузы, нет медуз? Я вам все показываю. Утром рано вышли, 6:30 утра. Не было медуз. Сейчас начало 8-го. Ну, смотрите. Прошли трактора, убрали. Ребята все поубирали, а теперь по истечении даже 2 часа не прошло. И вот снова. Нашествие какое-то, просто нашествие. Ставлю сразу в этот же ролик и с утра вам покажу, что было в 6:30 утра и что в 7:30 утра. Вот и все. Видите? И так по всему побережью. Кто утром успел покупаться, вот дальше зайду. Все то же самое. Кто утром успел покупаться, тот успел. Утром не было столько их. И причем убрали. А сейчас снова кишит.
Я думаю, что к обеду будет еще больше. Не знаю, обещали дожди. Может быть, погода поменяется, уйдут. А так Урзуф. Урзуф с медузами. Сегодня волна небольшая. И тучки на небе. Но тучки — это хорошо, не так жарко. А вот, вот эта гадость, это, конечно, что-то серьезное. Вот тут сразу есть, а дальше нет. Ну, есть, но не так, как здесь. Утром вообще не было. Да кто его знает? Эх. Утром не было. Утром убрали все, что я показал. Три трактора утром убирали. Вот это все медузы, все убрали. Было чисто-чисто и на тебе опять. Все.